Сегодня в Оренбурге прошел третий открытый интерактивный форум прокуратуры области. Главной темой встречи стало обсуждение вопросов профилактики наркотизма среди молодежи. В дискуссии принимали участие правоохранители, общественные активисты, преподаватели, медики и сами студенты. Во время форума на прямую связь при помощи телемоста вышли жители Восточного и Западного Оренбуржья. И по итогам все стороны сошлись в одном – бороться с наркотизмом можно лишь сообща.